Хей-хей, всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или Живи. Сегодня у нас с вами будет очень необыкновенное мероприятие. Ты дурак, что ли? Чего? Куда тебя все время вечно-то несет, а? Ты посмотри, где мы. Мы идем навстречу приключениям. У меня сейчас просто мы здесь, потому что меня сюда привел навигатор. Я купил на аукционе автомобиль за 80 тысяч рублей. Говорят, это очень раритетный автомобиль. Такой раньше использовался в каких-то там государственных службах. Типа, а знаешь, что сейчас используется в государственных службах? Что? Бронированные майбахи. Я думаю, что мы взяли бронированный майбах. И раритетный, да? И он стоит 80 тысяч рублей. Короче, мы уже прям здесь рядышком находимся. Крапива. Осторожно. Репей. Ну, короче, фу. Нам еще более врепьевое место будет. Так покороче. Туда. Ай, все ноги обжег. Ты заблудился, наверное, опять. У меня просто всегда же, знаешь, в таких локациях GPS плохо работает. Но мы где-то в радиусе 20 метров от нашего автомобиля. Ищи что-то лухари, что-то очень крутое, необычное. Если ты заметишь какой-нибудь автомобиль, вообще любой, дай мне знать. Потому что ну за 80 тысяч рублей, вот смотри, покрышка. Покрышка это значит, рядышком автомобиль должен да, быть. Да, стопудово где-то должен быть автомобиль рядом. О! Что? Еще покрышки. Это не покрышка, это какая-то тачка. Тачка. Это Камара! Она что, перевернутая? Что? Да, желтая Шевроле Камара. Перевернутая. Ну, значит, это не наш автомобиль, да ведь? Это помойка какая-то. Угу. Ну, типа. Если помойка, значит, наш, стопудово. Чего? Как обычно. Да. За 80 тысяч рублей я купил мусор с помойки. Ты что, прикалываешься? Ну, будто в первый раз. Деревянный Жигуль купил. За сколько? За 120. Вот в этом видеоролике, да. Который слушал подсказки, я купил деревянный Жигуль за 120. Не и он нас на всю Россию прославил, между прочим. Это да. И штрафов мне из-за него досталось. Сейчас еще словишь. За что? Блин, да не, так это же даже... Что это за тачка-то вообще? Ну видишь, она желтая же, да? Значит, спортивная. Давай с этой стороны пойдем посмотрим. Капец, так она реально вся в помойке какой-то лежит. Ё-моё! Сейчас провалишься к крысиному королю. Стараюсь не провалиться. Ты посмотри, у него крыша замята. Она вот здесь очень давно уже, судя по всему, лежит. Слышишь, это развод какой-то. Нас обманули на 80 тысяч рублей. Ты почему не посоветовался опять со мной? Да потому что ты, когда начинаешь с тобой советоваться, ты вообще говоришь, не покупай ничего на этих аукционах. Это интересно ведь? Это полная подстава, оператор, на самом деле. Потому что так бы я хоть на металлолом сдал, может быть, двигатель бы продал. А что с ней сейчас-то делать? Это просто подстава, ее отсюда не увезти, блин. Что за фигня? Здорово! Что? О, что ты делаешь? Я купил машину на аукционе, она отстой. Я же не чувствую. Нет, серьезно? Это хорошо, машина. Дай мне! Она тебе нужна? Да! Забирай. Неплохо, машина, очень хорошо, машина. Забирай, она твоя. Серьезно? Да. Серьезно? Она мне не нужна. Супа, спасибо. А что я с ней буду делать? Я как ее отсюда увезу? Мы за 80 тысяч купили. Она ему нужнее явно. Смотри, как он радуется. Серьезно, спасибо. Че ты? Тебе ее оставить, может быть? Вот смотри, как человек рад. Мы все равно ее отсюда не... И он ее тоже отсюда никак не утараканит. Я говорю, что какой-то странный тип. Как тебя зовут? Я Дибола. Дибола? Дибола, да. Я Вия. О, очень приятно. Спасибо. Это твоя теперь машина. О, спасибо. Мой любимый свете. Это желтый, Да, это прикольный цвет желтый. Круто, сейчас. Да, это очень красиво. Это от бренда The Electricians. Я их купил в магазине alltime.ru. О, серьезно? Да. Дай меня тоже. Нет, я их купил для себя. О, ты хорошо, человек, дай мне все. Нет, машина тебе, часы мои. Я их купил, потому что смотри, какой у них прикольный дизайн. Их собирают в Швейцарии, и у них вот такой помпезный электрический дизайн. Типа там медная катушка, провода, все такое. На самом деле я сам пользуюсь магазином alltime, когда речь идет о выборе часов. Потому что там реально профессионалы помогают с подбором ювелирных изделий и часов в частности. Я вот хотел что-то такое молодежное и необычное. Но вы же знаете, что я по сути
своей механик и очень люблю всякие электрические штучки. Здесь прям вот катушка, она мне прям нравится. Мне это напоминает один наш видеоролик. Вот по подсказке посмотрите, там мы нашли под водой кое-что подобное. И эти часы меня вдохновляют. Так что магазину All Time за них спасибо. У бренда The Electricians есть еще много различных дизайнов, но мне вот этот заходит больше всех. И самая выгодная и самая приятная цена с наилучшим сервисом я тоже обнаружил на All Time. На All Time всегда приятные цены, качество и надежность и целых 19 магазинов по РФ. И магазин All Time существует уже 20 лет на рынке. По ссылочке в описании вы сможете больше узнать об этом бренде и, конечно же, о магазине alltime.ru. Давайте к Боле уже вернем. Бола! Да. Бола, слышишь, дождь идет, что ты там будешь с ней делать-то сейчас? Нафиг она тебе нужна? Я пойду сейчас на машину. Да это невозможно, она перевернута. Нет, все можно, все можно. Я пойду сейчас. Че? Ты че? Слышь, ты откуда такой сильный? Ты че? Сейчас я пойду, у меня мой машина. Чего? Офигеть! Бола! Да. Ты чё, ты вообще откуда? Ты мой дома. Да? Да. А, страна-то откуда ты местный? Мой страна, да! Ой. Тут даже руля, блин, нет. Чё за фигня? Чё ты собираешься с ней делать? Смотри, он там даже не помещается. Что ты не на пути? Что ты не на пути? Не помещается. Нужно починить. Что ты не работаешь? Ну да, вот там много чего может не работать, братан. Ух ты. Oh my god, I need to fix this, man. I need to fix this. Oh god. Мой друг, нужны батареал. Батарея? Да, нужны батарея. Что за батарея? Аккумулятор. Батарея, battery, man. Battery. И чё, где я тебя возьму? Battery, man. Где я её возьму? Давай поищем, может, где-то здесь. Она же была перевернута, не знаю. Валялась где-то, может быть, сейчас найдем. Вот, тут смотри, тут даже бензин есть. Тут по цвету. Газолин. Газолин? Do you need gasoline for this car? Нужен ли тебе бензин для машины? Да, да, конечно. Ну, окей. Battery, let's search for battery. Давай поищем батарею. Я не вижу. Батарейка. Battery, my friend. Вот. А внутри аккумулятор. Да. Не беда, глазастый. Так. Офигеть. Так. Да, слушай, а ты откуда знаешь? How do you know all this stuff? Of course, я инженер. Инженер? Да, конечно. Как ты, что ли? Да, видимо, как я. I am engineer also. Oh, my friend, thank you. Спасибо большое. Проверяй. Сейчас, да? Но. Нет? Давай, вот так вот. Я же инженер. Не работает. А так? Нет? Не работает. А так? Опа, что-то было. О, молодец! Так. Вот так вот. Low power. Разряженный аккумулятор. Давай еще раз. Ну. Окей. Давай толкай. А, с толкача хочешь? Давайте с толкай. Так, сейчас я позвоню, я один-то не смогу. Я... Позвоню сейчас стажеру, пусть сам толкает, что покажем ему ситуацию, офигеть. Алло, Дим, привет, давай бегом сюда. Да в смысле, что делать, машину надо завести. Нет, не заводится. Да не могу я за руль, там за рулем другой человек. Он не пустит меня. Давай. Ну и что за человек за рулем? Садись сам. Ой, я говорю, не могу я сам. А, это кто? Это Бола.
Вова? Да, Вова. Дима? О, Дима. Дима. Как дела? А что? А что? Он просит столкача завести машину. Водить-то умеешь? Да. Водить умеешь? Он инженер, как я. Инженер? Да. Как ты? Да. Ну давай толкнем. Что делать? Либо машина тяжелая, либо Бола тяжелый. Бола, он, короче, руками. Это что такое? Я не знаю, почему. Что за подстава? Кто это ведро купил? Бола. Бола? Да, Бола купил. Мне жалко Бола. Он будет ездить, Бола говорит. Не заводил. Ты не умеешь, давай покажу. Давай, чё? Давай. О, нифига ты! Полетело! Офигеть! У-у-у! Оно там водится! My friend! Спасибо! Ну там это, слышь, руля нету! Это машина Бола. А, давай вылазь. Прошу любить и жаловать. There is no wheel, right? Тут нет руля. Где? Yeah. Не знаю. Oh my god. Oh my god. Короче, чтобы руль там найти, это фиг знает. Я не знаю, сможем ли мы найти где-то на этой помойке руль. Ooh, I need something. Такой руль-то рубля полтора стоит. Рубль может быть на бушке. Это руль. Чего? Руль? Да. Нужно! Это инструмент! Давай! Что ты делаешь? Офигеть! Это где он так научился, слышишь? Офигеть, Бола! Хорошо! Ладно, поехали! Да. Офигеть, Бола! Я бы такого даже никогда не додумался. Он, блин, ключом поворачивает, это нормально? Он ватурш поворачивает! О, май гад! Спасибо, май френд! Спасибо, май френд! Лучший мужчина! Офигеть! Что творится? Лучший мужчина! Спасибо, мой друг! Я буду ездить каждый день! Пожалуйста! Я... I'm glad you're happy! Я рад, что ты счастлив! Я очень-очень-очень счастлив! Would you like to be a part of my team? You know, this car is kind of expensive! Эта машина типа дорогая! Of course, конечно! Конечно, я буду! Да? Да! Part of my team? Да! Окей! Окей, мой друг, спасибо большое. Короче, это Бола, у него теперь есть свой Жигуль, и он теперь в нашей команде. Нормально? Да, конечно, нормально. Я не всегда уверен, что он меня понимает, но ему все нравится, да? Да. Ребят, надеюсь, что вам понравился этот видеоролик. Вы поставите под ним лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые выходят специально для вас каждый день. Ну и в скором времени будут еще выпуски с Бола, да? Да, конечно. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть.